В выходные было объявлено, что в регистрации отказано Павлу Грудинину, занимавшему третье место в федеральном списке КПРФ. Мы подробно об этом говорили в нашем эфире, в том числе и самим Грудининым. Вы можете его интервью найти у нас на сайте и на YouTube-канале. Теперь похожая участь может постигнуть и Николая Бондаренко, депутата Саратовской областной думы, кандидата в депутаты Государственной думы. Сам Бондаренко рассказал, что его сегодня вызвали в полицию для составления протокола о распространении экстремистских материалов. По словам депутата, полицейский по телефону уточнил, что протокол хотят составить из-за так называемого «Манифеста Единой России 2002 года», который коммунист опубликовал в своих сетях аж 10 лет назад, то есть в 2011 году. Если коммуниста признают виновным в распространении экстремистских материалов, то он в течение года не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Ну и, соответственно, и выборы в Государственную Думу участие принять не сможет. Обсудим происходящее с самим Николаем Бондаренко. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Николай, приветствую вас. Надеюсь, вы слышите студию «Дождя». Приветствую. Да, приветствую. Итак, вы сегодня были приглашены в полицию. Сходили ли вы и что там происходило? Нет, конечно, я не пошел. Я заявил об этом сотрудникам и сказал, что у меня есть более важные дела. У меня идет выборная кампания. У меня каждый день встреча с избирателями. У меня идет активный выпуск моей предвыборной агитации, потому что в субботу меня заверили как участника списка, выдвинут коммунистической партии, а несколько дней ранее зарегистрировали в качестве одномандатника кандидата в депутат на выборы в Госдуму. Поэтому у меня есть более важные дела, и, собственно, я не собираюсь никуда идти, я ни в чем не виноват, никаких правонарушений, которые мне сейчас вот вменяют, вот эти провокации организовывают, я ничего этого не совершал. Вот, поэтому вот такая ситуация. Да, но тем не менее, в связи с этими менее важными делами, ваши более важные дела могут потерять всякий смысл, поскольку вы из-за этих менее важных дел можете быть не зарегистрированы в качестве кандидата. А как этот процесс продвигается без вашего участия или никак не продвигается? Ну, никак не продвигается, потому что все-таки человек должен присутствовать при составлении административного протокола. Вот. Другой вопрос, что по той информации, которую я уточнил у сотрудников правоохранительных органов, да, у них есть четкое видение, да, к чему все это приведет. И была, как я понимаю, проведена большая работа, наверное, какая-то подготовительная, по крайней мере, работа. Вот. То есть очевидно, что это решение было принято задолго до всех этих выборных процессов. Вот. Ну и отсюда стало понятным, например, почему «Единая Россия», жулики и там, власть в целом не выставляют против меня каких-то спойлеров. Да? Я знаю, что есть однофамильцы, есть мои полные тезки даже в региональной власти, вот, которых делают депутатами там, городской думы или ставят на какие-то высокие чиновничьи позиции, потому что им это не нужно. У них есть более весомый аргумент, да, реально такой более жесткий план. Mm-hmm. По этой же причине становится понятным, почему шли такие заявления со стороны Вячеслава Викторовича Володина, который говорил о том, что только на мой округ, только собственно, против меня, чтобы Бондаренко выдвигался. В принципе, достаточно интересно вести избирательную кампанию, зная, что если что, ты сможешь снять своего оппонента. Да? Ну, не когда это Володин, в целом, я говорю про власть, да? Вот, придает, наверное, дополнительной уверенности. Вот. В целом, конечно, я воспринимаю это как давление на политических оппонентов, да, со стороны власти, я воспринимаю это как борьбу с инакомыслием. А вы можете сказать, что... Николай, я прошу прощения, сейчас мы об этом поговорим тоже, просто несколько слов о сути претензий к вам. Вот, я думаю, что многие наши зрители помнят, что в начале нулевых в интернете часто можно было встретить так называемый «Манифест Единой России 2002 года», в котором, если мне не изменяет память, содержались обещания, что к 2004-му кажется, каждый будет получит доступ к, значит, благам, ко всяким полезным ископаемым. Будут построены дороги Брест-Владивосток. И у каждого там, по-моему, будут квартиры, машины, жена, дети. В общем, все будет прекрасно. А насколько я понимаю, это не было манифестом, принятым там, съездом «Единой России», например, но это какими-то сотрудниками «Единой России» разрабатывалось, просто принято не было. И претензия к вам заключается в том, что вы это у себя опубликовали 10 лет назад. Они говорят, что якобы в 2011 году я опубликовал это в одной из своих социальных сетей, причем я полностью это опровергаю, у меня нет никакого манифеста «Единой России», там видеороликов с похожими даже элементарно, не то что такими названиями, ничего этого нету. Вот. Между тем, даже если встать на сторону
власти, правоохранительной системы. Насколько я понимаю, даже то, что они мне пытаются вменить, оно абсурдно, потому что в 2011 году этот документ, этот контент, если даже бы гипотетически представить, что он был, он не являлся экстремистским. Насколько я понимаю, его внесли в реестр экстремистских материалов лишь в 2013 году. А по законодательству, по Конституции, в частности, 51 статье Конституции, закон обратной силы в нашей стране не имеет, и никто не может быть подвергнут ответственности, если на момент совершения того или иного деяния это нарушение не преследовалось законом. Это деяние не преследовалось законом. Поэтому что они в данном случае хотят здесь натворить, да, какую провокацию и такую расправу политическую они хотят учинить накануне выборов, какие они преследуют интересы. Ну, понятно, да, что они пытаются какую-то стабильность политической системе, убогой, грабительской, но тем не менее политической системе передать. Но, на мой взгляд, они лишь сильнее ее расшатывают, потому что общество отреагирует на это адекватно и в очередной раз подчеркнет для себя, что в руководстве нашей страны стоят негодяи, которых давно нужно отправлять в отставку. Скажите, вот все-таки, если возвращаться к процедуре, без вас протокол составлен не будет. Но очевидно, что факт вашей неявки не сведет все происходящее к исчезновению. Нет, претензий к вам. Как будут развиваться события? Я не возражаю, да, пусть информируют меня законным путем, есть установленным законом порядок и форма, что значит позвонили по телефону, что значит там не сказали, пусть вручают повестки, пусть обеспечивают мою явку, там, это уже их проблема, мне есть чем заняться и забить свою голову, да, пусть сами решают свои проблемы. Я еще раз говорю, я никаких нарушений не совершал, и данное все вот это вот происходящее я воспринимаю не как попытку там добиться торжества закона, а как попытка учинить очередную расправу, да, над неугодными. Поэтому участвовать в этом вот бардаке, ну, это надо себя не уважать. Если вы будете не зарегистрированы, какой ваш план дальнейший? Ну, давайте так. Если эти неумелые, абсолютно лицемерные, трусливые попытки власти вдруг увенчаются успехом, конечно, я за то, чтобы решать проблемы по мере их поступления, но что я могу сказать сейчас с уверенностью, что они никого не запугают, они никого не поставят на колени, не там в уныние каким-то образом обратят. Я как боролся за права людей, как боролся против этого антинародного режима, то же самое я и буду делать. Поэтому вместо того, чтобы напугать, они напротив лишь еще сильнее разозлят меня, моих соратников, сторонников, подписчиков. Вот. У нас крупный интернет-ресурс, и я думаю, что очень весомая часть населения нашей страны увидит в очередной раз истинное лицо власти. Спасибо. Благодарю вас. Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы, кандидат в депутаты Государственной думы от Коммунистической партии Российской Федерации. Кстати, что касается этого так называемого манифеста «Единой России» 2002 года, мы сегодня вечером будем подробно рассказывать, что это за документ, который, видите, приводит к подобным вероятным последствиям. А некоторое количество людей за публикацию этого документа или ролика с анализом этого документа были привлечены к ответственности административной и уголовной. Здесь я на один комментарий отвечу. В нашем чате, в YouTube, наш зритель потерял сообщение. Вот AG Junior пишет, а в российской газете что, фейк? Но это было опубликовано не в российской газете, насколько я помню, это было опубликовано в независимой газете. Однако в момент публикации это не было официально признанным и принятым съездом «Единой России» документом. Он был разработан человеком, который имел отношение к «Единой России». «Единой России» он не был принят, ну и потом у него вот такая вот интересная судьба у этого документа дальше была. Но, повторю еще раз, в 8 часов 20.00 в вечернем выпуске «Здесь и сейчас» мы более подробно об этом так называемом манифесте «Единой России» 2002 года поговорим.